Да, меня ждут. Меня ждет дочка и мама. А вы идите и потанцуйте. Тогда я вас провожу. Не надо, это совершенно лишнее. Вы идите, идите, танцуйте, Володя. Я хочу с вами. Ну что ты выдумал? Здесь же много девушек. Я вас очень Кто прошу. Этот клоун? Я помогала ему заниматься. Очаровательный молодой человек. И что характерно, очень уж нынче вежливая молодежь. Вежливая, воспитанная. Обыкновенный парень. Только что в армии отслужил. Не понимаю, чем он тебе не угодил. Ну, спасибо, недопризывник. Не притворяйся. Все вижу. Он правда клоун. Он в цирке выступает. Мама, мне 30 лет. Я знаю. Я, кажется, самостоятельный человек. А кто такой допризывник? Юля, помолчи. А где же твоя библиотека? Потерялась, что ли? А ну, помолчи. Пошли, пройдемся. Белочка, ты любишь меня? Ну, скажи, ты меня любишь? Я открою за глаза. Ну, Вера, открой, открой. Я пошел. Я не могу без тебя. Я не могу жить, когда ты рядом, а тебя нет. Ну, скажи что-нибудь. Ведь не может быть, чтобы ты вот так и ушла. Почему ты прячешься? Ты не веришь? Я буду любить тебя всегда. Всегда. Когда ты сказал твой поезд? Мне в детстве очень нравилась эта картина. О чем ты? А вот «Княжна Тараканова». Как будто нет лучше картин. Теперь все это смешно. И все прекрасно. У твоей тетки хороший сад. Смотри, уже солнце. Я соскочил. Понимаешь, я как-то соскочил, когда проезжал мимо. Я не мог. Ну вот.